Всем привет, вы на канале Crypto Freelance. Сегодня я вам хочу рассказать о проекте Debunk. Это Web3 портфолио трекер, где мы можем отслеживать количество монет и в какой сети они у нас есть. Также здесь можно отправлять сообщения друг другу. Напоминаю вам, что проект привлек 25 миллионов долларов при оценке в 200. Вчера они, значит, сделали сообщение в Твиттере, что можно делиться своей ревкой, и это будет считаться продвижением их проекта. Когда мы переходим по ссылке, значит, нажимаем follow back, то есть мы подписываемся на человека. Здесь вот раздел, за кем мы следуем и кто следует за нами. Также, если перейти в раздел больше, видим, есть раздел токен, так что рано или поздно, надеемся, будет airdrop. Также есть раздел голосования, можно понажимать. Может, это в будущем как-то тоже повлияет. Давайте перейдем на домашнюю страницу. И я думаю, что для будущего аирдропа нужно иметь побольше фолловеров. Так что переходите в телеграм-канал и сбрасывайте свои ссылки. Будем подписываться друг на друга. Чем больше фолловеров, тем больше будет шанс, я думаю, на получение ретродропа. Также хочу сказать, что для оформления подписки на вашем кошельке должна быть хотя бы одна транзакция. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, до новых встреч.